В славянской мифологии Велеса часто называют «Скотий бог». В Древней Руси скот, как и хлеб, был самой жизнью, олицетворением плодородия и богатства. Получается, что Велес был не только богом скотоводов, но и богом достатка, благосостояния и плодовитости. В некоторых местах России Велеса представляли в облике медведя, ведь медведь также считается хозяином зверей и символизирует богатство и изобилие. Существует немало сведений и о том, что Велес мог представляться в виде змея. Согласно преданиям, змей Велес каким-то образом сочетает в своем облике мохнатость и чешую, летает и умеет выдыхать огонь. Облик змея как бы составлен человеческим воображением из частей, взятых от разных животных. Таким образом, сознание древних славян воплотило в образе Велеса силы хаоса, буйные силы необжитой природы, а вместе с ними и буйные животные инстинкты самого человека. Это та часть личности человека, те скрытые резервы, к которым мы не имеем непосредственного доступа. Они подобны богатствам и сокровищам, скрытым под землей. Чтобы добиться их, требуется прилагать усилия. Но при этом, чтобы иметь возможность распоряжаться этими резервными силами, человек должен держать их в повиновении, полагаясь на законы справедливости и добра. Так и укрощенный, и поселившийся в глубинах земли змей Велес стал ответственным за земное плодородие и богатство. Гимнастики свода Велеса соотносятся со стихией земли, и задачей их является накопление силы. Взращивание силы возможно только при хороших корнях. Ключи Велеса – это укрепление корней, а через них – наполнение мышц живительной силой земли. В нашей третьей книге «Славянская гимнастика. Свод травы Велеса» представлен еще один вариант гимнастики побуда. Но в данном случае мы предлагаем использовать гимнастику побуда не только как восстанавливающую, пробуждающую энергетику, но и как дающую возможность накопить силы. А сейчас на примере упражнения «Росток» я объясню и покажу, как правильно выполнять это упражнение. Итак, в первой книге нашей «Славянская здрава» мы представили комплекс побуда, где мы говорили, что мы работаем с основными силовыми потоками, которые воздействуют на тело человека. Это вертикальный поток, который мы разделяем на восходящий и нисходящий, и горизонтальный поток, который дает возможность нам взаимодействовать с полем нашей Матери-Земли. На примере упражнения «Росток», а вы помните, что в названии упражнения заложен принцип и мыслеобраз, мы с вами проговорим и посмотрим, как выполнять форму накопительной побуды. Если побуду стандартную мы выполняем однократно, то есть без повторов, и вниманием наделяем цикл вдоха, то накопительная побуда будет повторяться 3, 5, 7, 9 раз, в зависимости от необходимости набрать силы. И в основном вниманием мы будем наделять выдох. Сейчас мы сделаем троекратный повтор. Первый цикл с дыханием 4, 2, 4, 2. И для желающих вы можете выполнять цикл 8, 4, 8, 4. Выполняется фактически идентично стандартной побуде. Два последующих раза мы будем выполнять, внеся изменения. Итак, замеряем пульсовую волну. Запоминаем частоту ударов сердца и начинаем работать. Идем оторно, усилием воли, подтягиваем восходящий поток к стопам, идет вдох, задержка дыхания,
выдох. Так выполняется стандартная побуда. Теперь посмотрим, как будем работать с накопительным упражнением. Я напомню вам, что по представлениям древних славян, восходящий поток, идущий от центра Земли, закручивается спирально, колу в рад, справа налево, против часовой стрелки. Поэтому по ходу движения силового потока я также буду расслабленное тело закручивать в этом направлении. Итак, посмотрите. Вдох, 4 удара пульса. Сила поднимается вверх. Задержка дыхания, 2 удара пульса. Я встаю на мыски. И дальше, на выдохе, я усилием воли продолжаю пропускать через свое тело поток, идущий колу в рад. Следующий вдох. Также подтягиваю силу через свое тело от стоп к макушке и в небо. На задержке дыхания снова встаю на мыски. И на выдохе снова усиливаю прохождение потока через мое тело. И третий раз выполняю следующим образом. Вдох. Сила пошла через тело. Задержка дыхания. Потянулся. И на выдохе я меняю положение тела для следующего упражнения корни. Посмотрите, пожалуйста, выполнение этого упражнения без комментариев. «Славянская гимнастика. Свод здравы Хорса». Мы вам полномасштабно представили комплекс Вейга, ставящий целью восстановить проход силы через мышечные структуры. Для второй книги мы посчитали достаточным этот объем информации, и в нынешней третьей книге мы решили добавить, дополнить этот комплекс Вейга упражнениями для кистей, для рук. Сейчас я вам продемонстрирую упражнения 3 и 4, которые называются вращение, которые мы посчитали необходимым показать вам, так как они требуют определенного повышенного внимания и координации. Занимаем положение кучера, плечи приподняты, слегка направлены вперед, так чтобы рука плотно прилегала к телу, локти на уровне плавающих ребер прижаты. Можно попробовать выполнять это упражнение с зажатыми подмышками, тонкими тетрадями, так, чтобы они не выпадали. Я начинаю постепенно выполнять упражнение веретено, известное вам из первой книги. И подключаю вращение предплечий локтевых суставов. Сначала правой руки. Затем соосно левой руки. Далее, при этом локти фиксированы, руки не отрываются от тела. Плечи двигаются, таз взаимосвязан. Я начинаю к этим вращениям подключать также соосные вращения в лучезапястных суставах. И далее подключаю вращение во всех суставах пальцев. Можно это сделать поочередно. Итак, в обратной схеме лучезапястные суставы, локтевые и снова локтевые, лучезапястные пальцы. Во время выполнения упражнений через подвес можно менять
направление вращения. Помните о том, что у вас должна быть хорошая амплитудная работа в плечевых суставах. Если вам удастся выполнять движение плечом в притирку к вектору, к векторам нижней челюсти, будет очень хорошо. Следующее упражнение. Вращение рук по восьмеркам. На расстоянии 50-60 см от себя идиомоторно вы формируете восьмерку во фронтальной плоскости. Для этого рукой, находящейся в натяге, я прорисовываю восьмерку перед собой. Я окрашиваю его в известный нам цвет, ее цвет белого золота. Центр восьмерки находится приблизительно на уровне ярла. И начинаю опять же движение веретеном, где при вдохе наверх идет полностью одна сторона, при выдохе другая. И за счет движения тела, да, видите, у меня пятка поднимает тазобедренный сустав поднимает плечевой. Плечо идет плотно к нижней челюсти. Точно так же можно сказать, поднимается плечо, поднимает тазобедренный сустав, колено и стопу, то есть все остальное. И я начинаю правой рукой прорисовывать восьмерку. Прорисовывать восьмерку. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Поработав так правой рукой, я включаю, соответственно, в работу левую руку. Посмотрите, у меня включены в работу и стопы, и таз, и плечо. И дальше я включаю в работу одновременно обе руки, идущие друг за другом. Правую, левую. Они встречаются в середине восьмерки, расходятся. При этом идущая вверх сторона поднимается, идущая вниз опускается. Дальше они меняются местами. Комплекс двигателя для рук мы также включили. Массажные движения, которые можно выполнять самому для себя, да, или же партнеру, что более эффективно. Беру руку своего партнера, прошу его расслабить. И посмотрите, плотно охватываю большой палец. Идиомоторно мои пальцы как бы входят под кожу, внутрь, в тело моего сподручника. И вот такими вот втирающими змееобразными движениями, я продвигаюсь, слегка промассажируя суставы к ногтевому ложу. И дальше вот такое вот движение, как будто я что-то снимаю. А снимаю я всего лишь лишнее напряжение. Дальше перехожу к указательному пальцу. Оп, такое вот движение. Естественно, к среднему. Обратите внимание, я в районе второго сустава пальца, я меняю положение своей кисти на 180 градусов. Оп. И средний. Важно ощущение, что вы работаете не на поверхности, а внутри телесной структуры вашего партнера. И обратите внимание, в процессе участвует все мое тело. То есть я не стою на месте, выполняя эту работу цельно. В нашей книге мы описали вам так называемый энергетический или внутренний массаж стоп. На самом деле это не совсем массаж стоп. Это стимуляция стогн, или как сейчас принято говорить, чакр, через их
выходы их проекции на стопы. Для этого вы должны внимательно поработать с упражнением антенна, хорошо описанным в нашей книге, и идиомоторно понимать, ощущать и видеть внутренним взором связь между проекцией конкретного стогна на непосредственно сам стогн. То есть во время работы вы должны соединять усилием воли, мысли, проекцию и сам стогн. Принцип работы мы сейчас продемонстрируем вам на первом стогне исток, который, как вы помните, находится на длину ладони ниже промежности. Проекция этого стогна находится близ внутреннего ребра стопы, недалеко от пятки. В книге мы указываем некую зону, локус, где должна находиться проекция этого стогна. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы вы, вращая вашу руку в районе этого локуса, нашли интуитивно, эмпирически, непосредственно точку, соответствующую конкретному стогну. Мы сейчас посмотрим на реакцию нашего уважаемого коллеги. Как правило, пациенты, ваши друзья, они ощущают, когда включается стогн. Целесообразно руку сложить вот таким образом. Четыре пальца составляют ложу для большого пальца, опору, для того, чтобы конструкция была достаточно плотной. Можно использовать вот такое вот положение, да, работать второй фалангой указательного пальца. Я буду работать большим пальцем. Итак, приблизительно обозначаю для себя зону работы. Большим пальцем правой руки начинаем вращательные движения в районе заданного локуса, соответствующего истоку. Движения должны быть круговые и в то же время уходящие внутрь, как будто вы большим пальцем пытаетесь небольшую ямочку прокопать. Вот, внимание, я на стогне нахожусь и потихонечку его отлавливаю. Да, Олег Михайлович ощущает, что я работаю со стогном. Дальше давление немножко можно ослабить, но вы уже должны четко понимать, что вы находитесь на стогне. И дальше идет работа следующая. Простейший вариант, который мы сейчас рассматриваем, это вращение 4 раза в одну сторону по салонь и 4 раза в другую сторону. При этом хорошо, если вы произносите старый, мощно действующий заговор. Разгорается огонь, коловрат и по салонь. Итак, работаем. Разгорается огонь, коловрат и посолонь. 4 раза разгорается огонь в одну сторону, 4 раза коловрат и посолонь в другую. Можно сказать, что вы стогн активизировали. Дальше работайте по схеме от 1 к 9. Когда вы выполнили полностью активизацию всех энергетических центров стогн вашего партнера, вы можете приступать к завершению массажа стоп. Если вы работаете в лечебном или целительском режиме, да, то в зависимости от того, какой вас стогн интересует, какие структуры тела обеспечиваются энергетикой данного стогна, вы уделяете внимание больше тому или иному стогну. В книге о волховских практиках мы вернемся еще раз к этому сложному действию, где расскажем значительно подробнее и с большим акцентом на целительское направление. Итак, в данном случае заканчивать мы энергетический массаж будем следующим образом. Рука представляет из себя лодочку. Попробуйте с таким расчетом, чтобы в глубине лодочки находился воздух. Рука должна быть свободна, кисть тоже свободная. Встаньте удобно, перпендикулярно к ноге вашего партнера. И аккуратно, избегая ударных движений по мыску, для того, чтобы не было травматики, да, а используя ощущение оси ноги, производим легкие, чуть-чуть внутрь удары свободной кистью. Вот таким вот образом. Хорошо, если ваши несильные ударные движения пациент ощущает где-то в районе затылка. Это значит, что вы также стимулируете энергетическую структуру вашего партнера. И последнее, простое с одной стороны, но с другой стороны достаточно сложное и мистическое действие, это стимуляция открытия интуиции.
Мы в книге указали, что именно пятки, именно правая пятка называется пупком Велеса. Через нее поступает интуитивная мудрость, да? Через нее можно стимулировать сенсорику человека. Кисть собирается вот таким вот образом в форме молотка, где слегка поджата сторона мизинца и безымянного пальца, а противоположная сторона достаточно расслаблена. Рука также расслаблена, и мы наносим движение точно в центр пятки. При этом хорошо бы произносить также старый заговор. Посмотрите. Туй, туй, чеботок, падай, бабка, молоток, не подашь молоток, не подкую чеботок. После этого несколько раз прогладили вдоль оси подошву, и массаж стопы закончен. Укоренение в стопах земля. Итак, принимаем позицию кучера, стопы, пята, земля. Как понимается стопа, петля? Пята очень просто. Одна стопа перекрывает другую на размер пятки. Ширина плеч, задняя от моего партнера нога находится чуть дальше, передняя, естественно, впереди. Стопы, земля. Я стопы доворачиваю на небольшой градус внутрь. Да? Направление тока движения силы сверху вниз. То есть я укореняюсь. Дальше я прошу своего подручника Олега начать оказывать мне постепенно давление в область плечевого сустава. Если помните, то это путь большой сутужины из упражнения жива свода Хорса. Пожалуйста. Давление потихонечку усиливается, я нахожусь в кучере. Я пока оказываю физическое сопротивление. Давление также усиливается. Я пока держу, пока могу держать физически. Еще складывайся. Как только мое тело начинает сдвигаться, я расслабляю, открываю канал, принимаю силу моего сподручника через тело и перенаправляю ее в дальнюю стопу. Вот таким вот образом. Достаточно. То же самое вы потом выполните через левое плечо. Следующий вариант. Стопы небеса. Вы разворачиваете стопы под 45 градусов, можно чуть меньше, наружу. И перенаправлять вы силу будете от плеча по ходу малой сутужины через горло в макушку. Принцип работы такой же. Идет давление. Сначала вы слегка оказываете сопротивление и дальше забираете силу и выполняете подвес через макушку. Вот таким вот образом. И третий вариант — это стопы равновесия. Когда ваши стопы параллельно, опять дальняя нога ушла назад, и я перенаправлять силу своего партнера буду сразу в двух направлениях. Вниз через дальнюю стопу и вверх через макушку. Работаем. И пошло работа с силой. Вот я укореняю. Избегайте наваливания на вашего противника, простите, партнера, для того, чтобы четко ощутить подвес и укоренение. Точно так же с тремя этими положениями стоп, земля, небеса и равновесие вы работаете, когда давление будут оказывать в область грудины. Я покажу вам на принципе стопы равновесия, чтобы вы поняли специфику выполнения этого упражнения. Руки накладываются на область грудины, стопы равновесия. Значит, при стопах земля вы прочитаете, сила будет уходить в дальнюю ногу, при стопах небеса сила будет уходить через макушку. В данном варианте я буду раздваивать вектор силы вверх и вниз. Начинается давление. Я чуть-чуть грудь подаю вверх, но при этом не прогибаю поясницу, то есть просто продолжаю оставаться в позе кучера. Вот давление нарастает. И дальше я забираю силу. Хоп, слегка проваливаю грудину. Вот таким вот образом. И нахожусь в таком положении.
И, используя этот же алгоритм, вы работаете, когда давление вам оказывается сзади, между лопаток. Также я продемонстрирую это упражнение на примере стоп равновесия. Во время начала движения на вдохе я слегка округляю спину навстречу, оказываю физическое сопротивление. И дальше слегка проваливаю. И также перепускаю силу. Приоткроем вам небольшую тайну. Особенно она будет полезна для тех, кто занимается боевыми искусствами. Посмотрите внимательно, что я делаю при этом упражнении, чтобы эффективно его выполнить. Когда оказывается на вас давление, помимо того, что я слегка выпячиваю грудь, рисую картинку распределения силы, я свой видогон, овладеть вы им должны уже научиться, пройдя курс первой книги «Свода Перуна», я свой видогон на вдохе, давление пошло, я расширяю на видогон моего партнера, как бы захватываю, не как бы, а захватываю пространство энергетическое моего партнера. И дальше мне, хоп, очень легко этим пространством овладеть. Посмотрите, пожалуйста, наш комментарий и демонстрацию комплексу Бальчуга или кольца силы. Мы описали вам целительскую форму, да, или тренировочную. Сейчас мы покажем практический вариант действия колец силы. Для того, чтобы вы понимали, насколько важно иметь каркас вашей видогони, вашего энергоинформационного пространства. Итак, посмотрите. Мой партнер-сподручник имеет свое энергоинформационное пространство, свою видогоню с острием духа. Я также имею свою видогоню. Олег прекрасно подготовлен с точки зрения единоборств и конкретно борцовских разновидностей. Поэтому он знает, как находиться в борцовской стойке достаточно плотно и устойчиво. Итак, принимаем стандартный борцовский обхват. Поднимись, поплотнее встань. Вот, посмотрите. Он довольно мощный партнер противника. Мне просто так его вывести на прием или разбалансировать очень сложно. Поэтому посмотрите, что я делаю. Я выставляю сначала горизонтальное кольцо силы от плеча до плеча. Хоп. Дальше я выставляю диагональное кольцо силы от дальней ноги через плечо, охватываю пространство своего партнера. И дальше я выставляю сагитальное кольцо силы по направлению своего движения. Хоп. И сложно оказывать сопротивление. Для тех, кто занимается боевыми искусствами, от себя могу сказать, что любое движение будет проходить, если вы работаете с захватом пространства, боевого пространства вашего противника. Если вы этого не выполняете или не знаете, вам придется затрачивать большие усилия на победу. Еще раз посмотрите без комментариев, чуть поактивнее. Комплекс Велесова гимнастика первая описан нами как комплекс, ставящий задачу широко амплитудно проработать энергокинематические сферы крупных суставов, плечевых и тазобедренных. Мы решили вам дать некий ключ на примере трех упражнений, каждое из которых представлять будет первый, второй, соответственно, третий раздел этой гимнастики. Итак, упражнение вращение плечами, закручивание внутрь и наружу. Посмотрите. Принцип выполнения всех движений и упражнений данного комплекса. Вы должны соблюдать телесную волну. Сила поступает от стоп, двигается по телу и конкретный локос, в данном случае правое плечо. Обязательно в движении участвует все тело. Нельзя его напрягать. Вы должны быть эластичны, хорошо релаксированы. Итак, я выбираю определенные точки на границе, на внешней границе моего видогона. Приблизительно 4-4,5 метра от меня.
Одна точка узел силы и другая точка узел силы. Траекторию движения прорисовываю в голове. То есть я работаю не столько с плечом физического тела, сколько с плечом видогония. Точнее, внутренней границы, да, оно больше и шире моего физического тела, отстоит приблизительно на 40 сантиметров. Вот оно. Работать прежде всего будет оно. То есть основную работу выполняет воля и воображение. На вдохе я буду подавать плечо видогони вот к этой точке, да, стоящей от меня на 4,5 метра, касаясь узла силы. И дальше вместе с рукой и стопой я буду скручивать внутрь всю правую сторону. При этом левая сторона должна остаться в том же положении. Далее на выдохе я буду разворачивать всю правую сторону, касаясь плечом точки, отстоящей на 4,5 метра сзади, касаюсь узла силы, доворачиваю назад тело и на вдохе снова подаю вперед. Посмотрите, как это выполняется без комментариев. Следующее упражнение мы взяли для образца из раздела соосных движений. Возьмем фронтальную или вертикальную плоскость и продумаем, прорисуем движение правого и левого плеча соосно в этой плоскости. И у нас получится следующая картинка. Правое плечо будет двигаться вверх в сторону, вниз и на место. У нас получается движение колу в рад против часовой стрелки. А вот левое плечо, двигаясь за ним соосно, будет выполнять следующий момент. Оно будет двигаться вверх внутрь, вниз, наружу. Посмотрите на рукав, как будут двигаться плечи. Вот таким вот образом. Вот таким образом. Поэтому я руки оставляю, кисти в натяге, для того, чтобы они мне помогали отслеживать правильность движения. Подвес, расслабленность, четко представили себе движение и начинаем работать. Вдох, выдох. Целесообразно здесь применить принцип внутреннего маятника. Вдох, расширение, выдох, сжатие в точку. И третий раздел мы представим упражнением восьмерка в горизонтальной плоскости, где одну часть восьмерки будет описывать правое плечо, предположим, уходя назад в сторону, возвращаясь в исходное положение, и мыслеформу размером с теннисный шарик для настольного тенниса, она будет проскакивать через горло и выходить сзади, включая левое плечо в работу. Далее она снова переходит через горло на правую сторону. И посмотрите, как совместно у нас произойдет это движение. Кистями я также помогаю сопровождать движение. Мыслеформа находится в горле, начинаю движение. Вдох, выдох, вдох, выдох. Следите за тем, чтобы ваши руки во время движения не разбрасывались. Но в то же время тело не должно быть напряженным. Комплекс Боярга. Комплекс Боярга использовался для воспитания витязей, бойцов, и направлен на стяжание внутренней силы. Силы, которая поступает от земли матери. Вы должны помнить принцип лени, который мы излагаем в первой книге. Это значит, что ваше тело будет напрягаться, ну, условно на 30%. То есть сильное напряжение нужно избегать. Иначе ту цель, которую мы ставим перед собой, получение эластичной, текущей, мощной и волнообразной силы, мы не решим. Также при выполнении упражнений нужно следовать принципу волны, который идет от стоп вверх. Итак,
Этот комплекс можно выполнять с пульсовой волной 4-2-4, можно выполнять с волной 4-4 без задержки дыхания, или 8-8. Здесь мы вам предоставляем творчество для выбора. Можно вообще делать без пульсовой волны. Итак, на трех упражнениях мы покажем принцип работы с этим комплексом. Итак, упражнение в плечи. Я прошу своего сподручника принять положение на одном колене. Он охватывает мои запястья. И мы делаем пробу. Я пытаюсь подтянуть руки вверх, где чувствую, что мой сподручник оказывает слишком большое давление. Да? Поэтому чуть-чуть прошу его сделать его поменьше. Чуть побольше. И вот таким образом отрегулировать сопротивление, которое он оказывает. На вдох, посмотрите. Волна идет от стоп, я втягиваю силу. При этом плечи идут вперед, вверх, полностью назад и вниз. Давление оказывается все время. Выдох. Дальше. Вверх. Вниз. Вот таким вот образом. После выполнения упражнения ваш партнер должен сделать замыкание. Для этого, не отпуская ваших рук, складывает их на области яра и правой рукой спереди, левая рука противоположно сзади, делает такой резкий небольшой толчок. Спасибо. Упражнение «Кольцо силы». Я, выполняющий основное упражнение, нахожусь на коленях. Поясница прямая, плечи приподняты. Кулаки подобраны. Расстояние между кулаками тоже приблизительно кулак. И я его уплотняю. Делаю пробами это расстояние. Посмотрите. Кулаки смотрят друг на друга вот этими вот третьими фалангами пальцев. Моя задача разжимать на вдохе кольцо силы. На выдохе не дать своему партнеру это кольцо сжать. Для того, чтобы работа была эффективной и равномерной, точка исхода расширения и сжатия находится не в плечевом поясе, а в середине этого кольца. Мой партнер подходит и оказывает давление постоянно на крючковые точки рук. Вдох. Выдох. Мой партнер стремится сжать мои кулаки. Я их на выдохе удерживаю. Вдох. Я пытаюсь расшириться. Выдох. Удерживаем. Вдох. Выдох. Вот таким вот образом. Повторить 9 раз. Следите, чтобы ваши локти смотрели в стороны, а не вниз. Упражнение, позволяющее набрать силу в бедро. Оно будет иметь две формы. Мы их обе продемонстрируем. Для этого я принимаю достаточно широкую позицию. Сгибаю поглубже ноги в коленных суставах. И прошу оказывать в первом варианте второй рукой тоже. В первом варианте давление на так называемую корешковую точку бедра. Моя задача работать отведением бедра наружу. Для этого я слегка подаю ногу, таз назад, а ногу внутрь. И начинаю вращать ногу на пятки наружу с участием стопы. При этом включаю таз. Посмотрите. Вдох. Выдох. Следите, чтобы у вас нога не разгибалась в коленном суставе полностью. Потому что в противном случае это может привести к травме. Нога всегда полусогнута. Еще раз посмотрите. Таз подаю вперед. Проворачиваю ногу на пятки внутрь. И отсюда снова вперед и на место. И второе положение для проработки мышц бедер в основном внутренней части, внутренней группы. Для этого я ногу изначально разворачиваю вместе со стопой наружу. На вдохе подаю бедро вперед и дальше закручиваю стопу внутрь, также не давая полностью ноге разогнуться. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Предыдущими комплексными упражнениями Слава Виллиса мы с вами набрали силу. В конце целесообразно ее слегка активизировать, для того, чтобы она ожила внутри нашего естества. Для этого мы предлагаем простые упражнения под названием «Бросок камня». Два из них, два варианта я вам покажу. Принцип тот же. Сила по прямой и углами не ходит.
Сила двигается по волне и по спирали. Поэтому движения вашего тела тоже должны соответствовать этим принципам. Как можно ярче представляем себе идиомоторный образ валуна, находящегося спереди от вас, рядом с ногами. Поднимаем его, затем по волне накатываем на грудь и с выкриком «Ха!» сильно толкаем вверх и вдаль. Обратите внимание, что камень нужно брать не наклоном поясницы, а под седанием под него за счет сгибания ног коленных суставов. Итак, посмотрите. Вот камень достаточно мощный. То есть я должен приложить некое усилие, чтобы его поднять, накатить на себя и толкнуть. И второй вариант. Бросок этого же камня через себя назад. Посмотрите. Ха! Ну, а дальнейшие варианты броски камня в сторону выполняются точно так же. Посмотрите, пожалуйста, технику выполнения упражнения, которое называется силовое дыхание. Оно ставит целью распределение силы Земли по всему телу. Для этого вам нужно просто вспомнить, как работает колонка для воды, расположенная в сельской местности. Колоночка, кран, сбоку рычаг. Чтобы поднять воду, вам несколько раз нужно мощно качнуть этим рычагом, и вы получаете воду. Вот этот принцип мы и будем исполнять. На вдохе, поднимая силу через тело, как упражнение росток из погоды, поднимаем руки под 45 градусов вверх. Слегка напрягаем мышечно-опорный комплекс плечей. И далее на выдохе несколькими качковыми движениями прокачиваем силу во все тело. Сделать длинный выдох для того, чтобы снять лишнее напряжение внутри. Упражнение принцип «Медвежий шаг» очень важен для нас, особенно для тех, кто изучает боевое дело, так как передвижение в медвежьем шаге позволяет все время находиться в силе, все время ощущать свою площадь опоры, не выводя равновесие в критические точки. Вы помните поговорку «Широко шагаешь, штаны порвешь». Но мы говорим чуть-чуть по-другому. «Широко шагаешь, шаровару порвешь». Шаровара – это техника энергетической защиты тела. Отсюда вывод, если вы действуете не в состоянии алертности, не комплементарно, то вы будете терять силу. И очень широкий шаг, некоординированное движение как раз способствует утрате силы. В то же время передвижение медвежьим шагом, то есть естественным, не широким шагом, позволяет быть сбалансированным и находиться все время в силе. Для того, чтобы эффективно изучить медвежий шаг, мы предлагаем тренировочный раздел, как бы подводящий к исполнению медвежьего шага, который называется «Шаг цыпленка». Для этого вспомните, как шагает этот маленький комочек живой, да, где суставчики у него сгибаются назад, а не так, как у нас вперед. И вот таким вот образом он начинает шагать. Это упражнение еще несет в себе целительское значение. Оно помогает упорядочивать ритм сердечный. Да, если вы по утрам будете позволять себе ходить таким образом какое-то небольшое расстояние, то ваше сердце будет постепенно работать более ритмично. Также этим упражнением очень хорошо прорабатываются такие важные соединения, как подвздошно-крестцовое, да, потому что оно в быту у нас
очень плохо подвержена движению, там кровь не так снабжает, как хотелось бы, этот локус. Вот это упражнение позволяет восстановить, улучшить кровоснабжение в данном локусе, также прорабатывается и плечевой пояс. Необходимые условия. Подвес. Плечи подведены практически к нижней челюсти. Руки чуть-чуть развернуты внутрь большими пальцами. Условие следующее. Колени закрепощены. Во время передвижения вы не должны давать возможность ногам сгибаться. И работа должна осуществляться не за счет раскачивания тела в маятнике, а строго за счет подъема попеременно правой, левой стороны. Именно стороны. То есть при шаге я поднимаю вверх за правым плечом всю правую сторону. И делаю короткий шаг на расстоянии пяты. Известное вам расстояние. Ставлю ногу на мысок. При этом левая сторона опущена. И дальше, перенося вес тела на правую ногу, я точно так же поднимаю вверх левую сторону. И вот таким вот образом двигаюсь. Точно так же назад. И точно так же в стороны. Постарайтесь освоить это движение. Медвежий шаг – это принцип, который мы используем в медвежьей борьбе. Он позволяет устойчиво передвигаться, а самое главное – сохранять возможность в любой момент включить такое сложное действие, как свиля. Изучим мы свилю с вами в следующем своде, в своде стрибога. Положение тела свободное, расслабленное, такое же, как в предыдущем учебном передвижении, шаги цыпленка. Но ноги здесь точно так же расслаблены, и вы можете сгибать их в коленях, как вам угодно. Движение должно быть свободным. В голове, в сердце вы должны держать образ передвигающегося медведя. С одной стороны, это мощный, тяжелый хищник, но с другой стороны, быстрее в природе его практически неизвестно. Он может бежать со скоростью 60 км в час, он может лазить по деревьям, передвигаться с огромной скоростью по пересеченной местности, плавать и тому подобное. И сейчас мы с вами посмотрим, как медвежий шаг можно использовать уже в боевом варианте. Сначала будет любое нападение, неподготовленное для меня со стороны моего спортручника, а потом мы это сделаем в живую скорость. Вот, пожалуйста. Перемещаемся, посмотрите. Медвежий шаг позволяет мне включить так называемое движение свили. Оп. Раз. Срабатываем. При этом я не вывожу себя из равновесия. Еще раз, только помедленнее, чтобы было понятно. Посмотрите. Вот в нем рождается намерение. Я на это намерение реагирую. Оп. И мне медвежий шаг позволяет находиться в площади моей опоры. Для того, чтобы я был готов, если это необходимо, для нападения следующих противников. И сейчас мы то же самое сделаем подряд. Три раза, да, любая атака, которая, так сказать, придет на ум моему другу. Пошли ближе. Камушки, завелся Горыныч древний зверь.